только что Абдулу Вахабу сделали прививку. Врачи называют ее пентавалентной. Она дает иммунитет против 5 тяжелых инфекционных заболеваний. Среди них дифтерии, столбняк и полимиелит. Абдулла в клинику принесла его мама. Она считает, что ранняя вакцинация поможет ее ребенку уберечься от болезней. Мне сказали, что прививка вырабатывает иммунитет. Иммунитет помогает организму справляться с вирусами. В прошлом мои старшие дети очень много болели, и я не хочу, чтобы моему младшему сыну пришлось так страдать. Большую часть затрат, связанных с ранней вакцинацией, в Сомали взял на себя ЮНИСЕФ, а также фонды со смешанным участием частных лиц и правительственных организаций. Это важный день для Сомали и для сомалийских детей, потому что в этой вакцине содержатся ослабленные возбудители менингита и гепатита Б. Таким образом, ребенок будет защищен и от этих тяжелых заболеваний. В Сомали один из самых низких уровней детской вакцинации. Разрушенная за годы гражданской войны система здравоохранения не справляется с такой серьезной проблемой. В прошлом году 170 тысяч детей, которым не исполнилось еще и 5 лет, умерли от инфекционных болезней. Мы хотим уменьшить количество таких смертей. Предполагается, что только в этом году в Сомали будут вакцинированы почти 1,5 миллиона малышей, а в дальнейшем ежегодно вакцинация и ревакцинация будет проводиться 500 тысячам детей.